спортсменов. Номер 53, Черкесов Олег, город Киев. Номер 71, Байда Сергей, город Черкассы. Номер 83, Рентке Сергей, кабинет Подольский. Номер 125, Смирнов Сергей, город Киев. И номер 201, Волк Федор, город Киев. И очень яркий участник сегодняшний, 210, Драгон Сергей, абсолютный чемпион Украины, уже был. Посмотрим, что он нам покажет, Сергей, в этом году. Итак, ребята, пожалуйста, два шага назад. Значит, я объясню, что сейчас будет происходить. Здесь 6 участников. Мы сейчас прокрутим на пропорции, на основные положения. Я думаю, судьи в состоянии определить сразу пятерку лидеров. И одного мы спортсмена отправим на заслуженный отдых, а с пятеркой продолжим работу по произвольной программе. Итак, внимание, оценка пропорций, фронтальное положение. Судьи работают. Пожалуйста, направо полоборота, вид сбоку, направо полоборота. Спасибо, спиной, пожалуйста. Отлично. Отлично, спасибо, ребята. Направо еще раз. Спасибо, ребята, спасибо. Еще раз лицом к зрителям и судьям. Отлично, отлично, хорошо. Спасибо. Внимание, двойной бицепс спереди. Двойной бицепс спереди. Прекрасно. Спасибо. Молодцы. Окей. Спасибо. Грудь широчайшая спереди. Спасибо. Отлично. Спасибо, ребята. Расслабьтесь. Спасибо. Грудь, бицепс сбоку. Спасибо, хорошо. Спиной, пожалуйста. Широчайшие мышцы спины сзади. Спасибо. Отлично, молодцы, спасибо. И, пожалуйста, двойной бицепс сзади. Спасибо, ребят, спасибо. Трицепс сбоку с произвольной руки, пожалуйста. Хорош, хорош. Спасибо, спасибо. И пресс бедро. О, хорошо, молодцы, молодцы. Отлично. Спасибо. Итак, на вторую линию. Внимание, ребята. Ребята, послушайте, пожалуйста. Я сейчас объявлю номера. Это те, кто уходят и через полминуты выходят на произволку. А один спортсмен награждается за участие. И ввиду пока что соревнования закончены. Итак, покидаю сцену. И буквально через минуту-полторы будут для борьбы, для продолжения борьбы произвольную программу показывать. Номер 53, Черкесов Олег. Готовитесь к произвольной. Через минуту ваша произвольная. Байда Сергей, Черкассы. Уходите на произвольную. Каменец-Подольский. Рентке Сергей, 83 номер, на произвольную. Волк Федор, 201 номер, на произвольную. Драгон Сергей, 210, на произвольную. А Сергей Смирнов, наш уважаемый ветеран, который выиграл категорию, в этой категории закончил свои выступления. Пожалуйста, Сергей Борчук награждает за участие медалью участника категории
до 100 килограмм. И диплом участника Сергею. Ваши аплодисменты. Это самый старший участник в этой категории. Трофей на память. Наши наилучшие, самые искренние пожелания, слова благодарности. И до новых встреч, Сергей. Большое спасибо. Thank you.
Внимание! Ребята, пожалуйста, вот правее, 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 еще, еще правее. Правее еще. Номер 83 в центре, еще правее. Все хорошо стоите, вас надо равномерно поставить. Вот так. Вот. Внимание. Двойной бицепс спереди. Спасибо, спасибо. Грудь широчайшая спереди. Спасибо, ребята. Грудь, бицепс сбоку. Хорош! Спасибо, достаточно. Спасибо. Спасибо, ребята. Итак, спиной, пожалуйста. Широчайшие мышцы спины сзади. Лучше, лучше раскройся, раскройся! Окей, спасибо. Пожалуйста, двойной бицепс сзади. Спасибо, спасибо, молодцы, спасибо. Итак, трицепс произвольной руки сбоку. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо, ребята. И, пожалуйста, пресс, бедро, четко. Включаем бедро и пресс. Отлично. Спасибо. Спасибо, ребята. Все, Лариса, можете увести. Внимание, ребята, вперед выходим. Вперед выходим. И я называю пятое место. Байда Сергей, город Черкасы, номер 71. Номер 53. Четвертое место. Черкесов Олег, город Киев. Третье место. Ренке Сергей, Каменец-Подольский, номер 83. Серега лучший! Отличная подготовка, спасибо, Сергей. Номер 201, Волк Федор, второе место. Серебряная медаль за второе место, кубок, трофей, серебряная медаль, кубочек, трофей, диплом получает Волк Федор. Серебряный призер Кубка Украины 2015 года. А чемпионом становится Драгон Сергей, номер 210, город Киев.